Всем привет, друзья, меня зовут Вячеслав, это канал Белли Фор Геймс, и мы продолжаем проходить Resident Evil 4. В прошлой серии мы с вами спасли Эшли и успешно выбрались из церкви. Конечно, не без приключений, но это же Резидент. Давай. Как конья, да блять, ну опять. Попади ты, чё у них глаза покраснели? Ударить. Ой, хорош. Я случайно. Мне это все так и было нужно. Все задумано, все правильно. Все распланировано. Стоять. Да повернись, не крутись, дай тебе прицелиться. Ты чё кряхтишь, Эшли? Что случилось с тобой? Чё она кряхтит? Коровки. Я напоминаю, нам нужно еще застрелить бешеную собаку, но мы ее еще не видели. Свиняку хочешь на вилы взять? Кабан бешеный. Чё ты доебался до меня? Я же тебя защищаю, наоборот. Серьезно? Серьезнее некуда. Бежим. Эшли, беги! Да почему из каждого-то вылазит теперь такая хрень? Да дай прицелиться. Во, быстрее, быстрее. Эшли, ну помоги ты, блин. Сидит она. Да, Леон, нет. Так может ты сделаешь что-нибудь? Пацаны, ну поберегите мое здоровье. Куда? Чего? Фух, блин, ну как-то не резки стали сильно больно. Ой, сейчас, секунду, у меня часы спали. Так, лечебный спрей, юзаем. А ты-то чё кряхтишь? Два кряхтуна собрались. Один кряхтит, вторая кряхтит. Чего случилось? Непонятно. Сокровище. Где, в колодце? Или за колодцем? Где сокровище мое? А, вот оно. Фу, ну и вонь. Блин. Ну ладно. С говна жемчужное ожерелье достали. Кому надо, тот помоет. Да ну конечно, свинья, иди отсюда. Так, его надо в спину гасить. Сейчас мы его обойдем. А, обойдешь ты его, сильно больно. Берегись! Ты сдохнешь сегодня, кабан. Ты чё? Ну? Я ебу, сколько здоровья в нем. Ты хоть предупреждай меня. Ну, извини. В следующий раз буду кричать. Эшли, граната! Она все равно не убежит, какая разница. Хоть предупреждай, хоть не предупреждай. Какого хрена они тут наспамились? Главное, мобы-то наспамились, а припасы нет. Это разве честно? Ну, привет. Давай только. Да-да, без вот этого. Еще какое-то сокровище появилось. Не, ну коробочки тоже обновились. Так, ребят, у меня острая нехватка патронов. Значит, все сегодня скидываемся на патроны Леону. Ну или помогайте искать патроны. Выбора-то у вас немного.
Здесь сокровище или внизу? Вот тут. Так, судя по всему, до стеной. А, вот оно. Ё ты, блин. Я и забыл про этот ключ. Старая курительная трубка. Пригодится. Все в семью тащим. У Леона уже, наверное, из кармана все вываливаются, все эти сокровища, но он все их несет и несет, какой упертый. По патронам, че, дробовичок страдает. На винтовку есть еще немного. Ну, конечно, есть, мы же ее не используем, блин, купили и не используем. Гранаток нет вообще. О, наконец-то, хоть один полезный персонаж. Давай, бегом, беги. Эшли, блядь, а дверь помочь закрыть? Я хуею с нее. Леон, да что ты на него кидаешься? Он нормальный чувак. Это же твоя пропавшая сеньорита. У сеньорит есть имя, Эшли. А ты кто? Я Луис. Энкантадо. Класс. Все представились. А теперь... Кто ты такой? И что ты здесь делаешь? Хорошие вопросы, но к несчастью... Эшли, прячься. Куда? Раз так... В камин? Эй, помоги! Эшли, живо! Сюда! Лезь! Че, серьезно, в камин? Ну, о, ладно. Такой пистолет у меня был. Сыграем. Да ты мой купил, что ли? Сыграем, подожди-ка. Деревянные доски. Состоит из чудовищ. Давай, помогай блокироваться, ты. Растяжку сделал? Да. А теперь заткнись, пожалуйста. И помогай. Расслабься, как... Сейчас расслабят, блин. А есть еще что? Нужны еще доски. Нужны еще доски. Здесь вообще дыра какая-то огромная. Досок больше нет. Здесь чего? Давай, ты там сам пока отстреливайся. Это можно скинуть? С дороги. А, просто спрыгнуть. Понял. Да сейчас, помоги-ка, подожди сам, давай каждый сам за себя. Попадать бы еще. Во. Так, нужно занять такое место, где они не смогут меня зажать. И все будет отлично. Тебя оттеснять, мне тут нормально вообще. Я неплохо стою, давай, мужик. Сейчас, подожди. Ну, к Луисе падай. Ай, больно. Да подожди, не надо, блин, пацаны, все, я к тебе, Луис. Моя тактика там чуть-чуть провалилась. Почему? Ну давай же. Во. Ай, блин, подожди, не надо, не надо, не надо. Так, она сама убегает. Вот ты противный какой-то. Так, зеленая. Тут чего у нас? Тут ничего. И лучше там не задерживаться, потому что прижмут. У тебя там все нормально, Луис? Справляешься? Молодец. Ладно, а что он там делает? Давайте хоть посмотрим. Блять, ну у тебя что, третий удар есть даже? Ты еще вставать собрался, да? Не вздох. Его время. Помоги-ка.
Давай, Луис! Давай! Ты куда? Стреляй! Ну? О, хорош! Молодец! Ай, блядь! Собери, сейчас соберусь, подожди. Так, у тебя плохое здесь место, нужно уходить от него. Давайте соединим. Блядь, зачем ты использовал, дурачок? Ай, ладно, уже так будет. Все, уходим. У него внизу там жарят похлеще, чем здесь. Будем здесь сидеть. Нам ничего не угрожает. Ну, практически. Их нормально. Блин, да что ж ты такой меткий? Ай, сзади еще. Пацаны со всех сторон. Вы что, обнаглели, что ли? Не надо. А я вот тебя не ждал. Давайте соединим. Создать. ЗЗЗ. Блин, две травы осталось. Ладно, еще живем. Да ударь ты его. Деревянные доски. А куда можно их применить? Сюда? Нет, глупость. Они скоро захватят этаж. Да подожди. Вот сюда. Ай, блин! Твою же мать! Луис, мне тут тоже помощь нужна. Да что я тебе сделаю? Я на втором этаже отбиваюсь. Они не дохнут, им похер вообще. Да иди ты в жопу. Блин, не хотел гранатку, ну ладно. Да твою мать! Ты еще с лестницей куда прешься? Ой, как хорошо! Иди отсюда. Эй, тебе тут не скучно? Да мне тут охуенно. Меня же тоже гасят. Ты думаешь, я тут что, на пляже, блин? Да это ебись. Спасибо, раньше бы не мог стрельнуть. Блядь, давайте создавать еще одну. А, нельзя, желтая только. Ну это все. Приехали. Отстань, ёбаный дед. Все, нож сломался. С дороги. Так, я на первый пошел. Тут что-то прям дофига. Иди отсюда, кабан. Ты чё пришел? О, смотри, какой там здоровяк. Охуенно. Прости, я немного занят. Действительно, бабка, отвали. Я обычно клиент всегда прав. Подожди, здоровый, блядь, ты чё доебался? Да идите нахер! Ой, блядь, под ноги кинул себе прям. Здоровый, ты чё заебал? Трава, давайте хоть травы жахнем. Леон, сюда. Ой, наконец-то.
Как же они там все обложили, все патроны улетели, все хилки нахер. Хедшот. Кашляла кровью. Может, объяснишь? Такой кашель вызывает нечто под названием плага. Короче, вы видели тех людей, да? Вот внутри тебя такая же штука. Именно из-за нее они стали такими. Эти симптомы, которые у тебя проявились, лишь только начало. Я не хочу стать такой. Но все не так страшно. Пока что этого паразита, плагу, еще возможно удалить хирургическим путем. Нужны кое-какие знания, видите? И оборудование. Так ты тоже? Не бойтесь. У Луиса есть план. Но без доверия никак. Класс, значит, решено. И почему? Вопросы подождут, у нас мало времени. Почему ты решил помочь? Мне от этого легче, скажем так. Ладно, до связи. Плага. Был же Лас Плагас. Блин, как же тяжко было. Мы теперь за Луиса играть будем, что ли? Привет! Сиги есть? Да, твои любимые. Где янтарь? К сожалению, он у меня не с собой. И ты должна сказать, какой... Я все-таки молодец. Ухитрился спрятать его прямо перед тем, как меня сцапали. И поэтому... Я все еще жив! Мне помнится, мы должны были вытащить тебя в обмен на янтарь. Нет янтаря, нет защиты, Луис. Какая ты все-таки зануда, Ада. Ну ладно, сейчас схожу за ним. Мне как раз нужно достать еще кое-что. Антидот? Это гнездо. Плохие новости, Кондор-1. Погода нелетная, поэтому вертолет до вас не доберется. Подождешь, пока буря пройдет? Нет, слишком опасно. Попробуем найти безопасное место. Мне жаль, но здесь я бессильна. Не волнуйся, если будет надо, доберемся вплавь. Кондор-1, конец связи. Идем. Что? Что со мной теперь будет? Для начала, давай просто выберемся отсюда. Да, ладно. Эх, ну пойдем. Плюс один новый друг. Ну и Ада тоже нам помогает периодически. Жаль, только много всяких побрякушек осталось в доме, потому что я практически ничего не собирал. О, здоров, торгаш. Травка. Ты чё кряхтишь? Переставай. У меня есть новинки, чужак. Совет торговца. Ночные прогулки.
Видел этих мерзких гадов с щупальцами на голове. Мало того, что они опасны, их еще и прикончить непросто. Впрочем, у них есть одно слабое место, они терпеть не могут яркий свет, например, лучи солнца. Вот почему днем ты их не увидишь. Так что если любишь гулять по ночам, советую разжиться световыми гранатами. Я всегда держу при себе пару-тройку. Если хочешь, купи у меня схему, и ты сможешь мастерить такие гранаты сам. Тебе понравится. А я уже покупал у тебя эту схему, дружище, но на них привет. Слишком... В продаже есть очень редкие вещи, чужак. Дорогие ингредиенты нужны. Так, лечебный спрей. Этот товар у меня есть не всегда. Стрелы. Прикрепляемые мины. Блин, арбалет. Вопрос, вот нужен нам арбалет или нет? Сила 6,4, нихера себе. Гарантирую, эти деньги отобьются с лихвой. Стрелы, прикрепляемые мины. Ну, арбалет нужен нам для того, чтобы стрелять, как он говорит, бесконечно. Ладно, у меня пока и так хватает всякого говна. Поэтому давай не будем. Ложка для R9. Спину жутко ломит. А R9 я продал. Давайте еще пороха купим. Порох нужен. У тебя нюх? Приходи в любое время. Порох нужен и сохраняшечка. Поехали, попробуем скрафтить патроны для дробовика. Есть такое дело. Один и два. Хорошо. А, нож починить. Привет. Что покупаем? Поосторожнее. 5 кусков. Ебать у тебя цены. Давайте еще раз сохранимся. Ну ладно, вроде пока живем. Материалы. Еще можем патрончиков скрафтить. Патроны для винтовки. Укрепить оборону. Нам поступил приказ от владыки Седлера. Создайте впереди полосу обороны, чтобы ни один чужак не прошел. Я готов идти на любые жертвы во имя нашей праведной веры. Мои верные сторонники, постройте для меня неприступную крепость, пусть все безбожники, опрометчиво ступившие на нашу землю, заплатят кровью за свои грехи. У нас гости. Идем дальше. Не шуми. Стелд. Еще раз попробуем. Постараюсь. Ты уж постарайся. Да я сейчас сам все запарю, вот и все. Не заметил он чего, слепой? Да отвали! С какой стороны к тебе подойти, дружище? Хорошо, что Леон сначала использует кухонный нож, а только потом свой. Желтый алмаз. А где это я пропустил патроны для брывышка? Где это я их пропустил? Давайте сходим за патрончиками. Ну раз недалеко, чтобы не сбегать. А, вот они, да, окей. Подожди, а сокровища? А, вот оно. Вот, да, теперь пойдем. Нужно про карту не забывать, потому что там очень полезные иногда бывают вещи, которые так не замечаешь, и потом ты можешь их посмотреть на карте. Он их отмечает. Идем напролом.
какая разница, тут скриптись 3 часа вот это вот займет. Твою мать, бычара. Я ее гранатой взорвал, да? Это я молодец. Ну я думал-то, что ее не возьмет, а всех остальных убьет. Ну, как говорят, индюк тоже думал. Пока вода не закипела. Так, поехали. А, этот уже мертвый. Ну что ты мне предлагаешь, серьезно? Да блять, ну вот, не получается же по стелсу. Беги! Беги, Эшли, беги! Стой! Лови подарочек. Беги, Эшли! Сколько в нем здоровья? Да ударь ее! Пока что будем с пистолета всех убивать, потому что на пистолет патронов много. По крайней мере, больше, чем на все остальное. Ты дохнуть будешь, бык. Ладно, более или менее. Да кто еще тут? Ты что ли? Нет, еще кто-то кидается. Так, хорошо, гранатки и порох. Где, давайте, у меня же есть снайперочка. Ух, нихуя. Эш, назад! Стой. Не отходи. Поближе. Да-да. А прицелиться как-то вообще можно в нее? Ты докидываешь? Ты что такая сильная? Ладно, подожди-ка. А если я зайду сюда? Лен, ты дурачок? Ой, ладно, короче, вот же. Отойди. Не ту кнопку нажал. Ну и все, делов. За мной. Да. Так, там вверху ящичек. Пойдем заберем. Ну да, вот так вот буду за каждым ящиком бегать, потому что мне реально нужны припасы. Осторожно, капкан. Сказал я Эшли, но вступлю в него сам. Ну потому что я защитник и герой, должен всегда идти своими, так сказать, ногами первым. И спробовать все... ловушки. Красная трава. Наконец-то. Что-то давненько травы у нас не было нормальной. Создать ЗК. Желтой не хватает. Конечно. Сомневался. По-моему, все капканы, на которые можно было наступить в этой игре, я на них наступил.
Карта обновлена. И куда это мы пришли? Мне это место совсем не нравится. Если уж быть честным. Ну конечно. Внезапность — твое второе имя. Я понял. Ты еще встанешь? Ладно, не стоит. Чаша искупления. Так, частенько буду карту открывать, потому что я умудряюсь как-то пропустить какие-то незначительные вещи. То ли патрончики, то ли еще что. Я слышу статуэтку. А, вот она. 4.16. Что они дают, пока что непонятно. Здесь путь закрыт. Ну, 100%. Но я просто проверить. А, здесь он даже забит. Тогда ладно. А тут тихо. Угу. Значит, что? Значит, они готовят ловушку, правильно? Ну, нам, по идее, в эту дверь. Но она закрыта. Что ж, осмотримся. Нам нужен какой-то... какой-то шестерня или какой-то рычаг. ППшка. А ППшку я оставил. Ну ладно. В следующий раз возьмем ее. Будут патроны на одном заканчиваться, будем использовать другое. Ой, я случайно. Да блять. Так может мы Эшли подсадим и она откроет? Ну ладно. Заперто. Да как хочешь, но там же можно перелезть. Сеты. Денег мало так стали давать. Очень мало денег дают. Проходная. Здесь еще был наверх подъем. Пойдемте обследуем эту часть. Во, наконец-то. Желтая травишка. Создать. И зеленая, красная, желтая. Отлично. Ну хоть одна хилка нормальная будет. Крольчатинка, патрончики. Вот, вот так можно пробежать. Просто быстренько. И не заметить, что лежит на подоконнике коробка патрон. Например. И все. И остаешься ты без. Жди здесь. Что? А ну. Сейчас. Да, и она будет сидеть тут. Во, ну пускай сидит пока. Прикольно. Ну мало ли что, мы же не знаем, что впереди. Тут по-любому какая-то ловушка.
А так как она спрятана, значит, ее не найдут. Правильно? Правильно. Значит, она в безопасности. И мы можем здесь как-то сами попробовать отбиваться от этих упырей. Заперто. Не открыть. Ну не открыть, так не открыть. Вот она, ручка. Ну, а я что говорил? Ого, Леон. Жесть. А зачем это было делать? Можно же было просто назад отойти. Бабки, все, это конец, это финалочка, ребят. Дальше мы не пройдем. Черт, не знал, что это ваше. Дамы, я польщен. Но все-таки я... Надо было самому в шкаф залезть. Да не тебя ждал, мужик, отойди. Лови подарочек. Одно полезно, что они своих тоже рубят. Да хоть одна сегодня умрет. Да блин, откуда ты кидаешься? Стой, не надо. Блядь, да стой, направ, да куда ж ты, блядь? Беги, 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 Леон. Давайте пока. Нет, траву. Заодно нам повысит уровень здоровья. Гранатки есть? Вот гранатка бы. Ручная, отлично. Так она не сдохла даже. Бабки, да сколько у вас здоровья? Чё, не заводится? Рукоятка. Да сдыхай уже. О, наконец-то. Ее свой же добил. Ну, что и требовалось доказать. Патронов как и не было. Ну, по крайней мере, мы справились. О, привет. А я только собирался идти за тобой. Ну чё, скажем так, отделались малой кровью. В принципе, неплохо. Остались одни писеты на улице, а дверь открывается, это... Во, теперь открывается. Писетики собираем. И можем... Эшли, ну дай пройти. Давай, ты иди туда или сюда. Молодец. Порох. А где порох-то? А, вот он. Нет-нет-нет, Эшли, не заходи. Так, у нас есть два спрея. У нас, в принципе, есть кое-какие патроны на винтовку. Пару патронов на дробовик.
и патроны на ТМПшку. Ладно, пока живем. Главное, чтобы сейчас не было еще какого-то босса. Но почему такие бабки живучие? Ну вот, сколько же я в них всадил? Да, все в порядке. Вроде бы. Я в них всадил. Умеешь сбегать от стрёмных мужиков. Это у тебя комплименты такие? Ну подкатывает он, ну чё ж ты, ну не умела, да. Ну ладно, ему прощается. Посмотри, какой он герой накачанный, ну. Все равно ж будете вместе. Ну дружить, по крайней мере, точно будете после этого всего дерьма, что вы пережили. Так вот, я в них, блин, всадил, ну, наверное, патрон 10 с дробыша. Три гранаты в них выкинул. И плюс их еще свои гасили. То есть бабки, они вообще бессмертные. Ну, практически. Ну, то есть их очень сложно убить. Так, стой. Во. Спасибо. Ну, тут получается как? Ты вот где-то патроны, так скажем, проебал. И они тебе потом возвращаются. Более или менее. Жить можно. Так, световая граната. Лучше бы, конечно, была... разрывная гранатка. У нее, как мне кажется, больше толку. Ничего не пропустили? Нет. Не зря вот мы вот эти все карты у торговцев покупали. Он его только разозлил, по-моему. Только не говорите, что сейчас мы будем драться с ним. Нихуя себе. Не, не угадал. Беги. Да, и я тоже бегу. Но мы попробуем. Не паникуй. Да ладно. Ты чё, дурачок, что ли? А как теперь? Все, конец. Так быстро. Блять, ну а как же тогда? Флешка их, что ли, глушить? Староста деревни. Все ваши атаки против него бесполезны. Лучше убегать. А, так это староста. Живо! Вот этот падла. Идем, бежим, 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 быстрее. Эшли, беги! Да понял я, что мост. Что с тобой? Давай, Эшли, быстрей. Ну ты в каблуках приперлась в деревню, ну на кой хер-то? Что ж такое? Все. Так, беги. Повезло. И все, что ли? Да. Ну и чё, и чё? Давай, до свидания. Давай. Увидимся в следующей серии. Довольно просто как-то вышло. Я думал, будет сложнее. Два патрона всего потратил. Слушай, он ищет тебя. Если снова его встретим, беги. А как же ты? Сделаю, что должен. Запретная зона. А он, получается, главный посипака этого. Эдлера, или как его там зовут? И другие дурачки, получается, не справляются? Порадуй себя, друг. И у них не получается вернуть Эшли.
и пытается этот староста деревни. Ладненько, давайте на этом сохраняться и заканчивать. Всем спасибо, друзья, за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем до встречи, ребятушки. Всем пока.